ми нещодавно розповідали вам про велику родину, де живуть два тхори та киця. І ось, знайомтеся, новий улюбленець – кіт Філя. Второй котенок у нас приблудился и стало жалко. Вот, очень красивый котенок и как-то ручной. И стало жалко, что он на улице не выживет. Думали сначала его свекрови отдать, вот, но она к тому моменту уже завела котенка и не захотела. Соответственно, вот решили, что у нас останется жить. Коти вельми стресонастійкі, тож для них будь-яка подія, що відрізняється від звичної для них картини світу, є стресом. І чим старша тварина, тим сильніше вона буде переживати. Перші дні, перші буквально 3 дні, старша кошка на нього дуже шипіла, пыталась воспитувати, там періодично там лапами замахувалась. Потім як-то она, видимо, успокоилась, потому что Филька младшенький, он вообще никакой агрессии не проявлял. Он спокойно мимо нее ходил, отходил, если она шипит. Вот. И постепенно начали играться, начали как-то так вот. Через там дней 5 начали спать уже вместе в обнимку. Вот. Сейчас даже вылизывают друг друга. То есть, подружились уже окончательно. Ці коти довольно легко пройшли адаптацию через свой невеличкий вік. Приблизительно разница месяца, наверное, 2,5-3. Ёлке сейчас около 5-6 месяцев, а ему где-то там около 3, там, плюс-минус пару недель. Ёлкой назвали, потому что она ёлка. А у неё просто смешной хвост был, она его так распушивала, как веточка сосны. И вот она такая вот ёлка, посмотрели, ага, ёлка, всё, ёлка так ёлка. У неё ещё во лбу рыжее пятно. А вот, и как звезда во лбу. Вот, елка.